учащийся отделения дзюдо Полоцкой из Дэшор 15-летняя Анастасия Карпенко, тренер Кирилл Ковалевский в составе сборной Витебской области, завоевала бронзу на Кубке Андрея Мельникова в Могилеве в своей возрастной группе. Еще одна палачанка Арина Ободова, тренер Сергей Гуринов, заняла третье место. Бронзу в личном зачете завоевал воспитанник Кирилла Ковалевского Сергей Якубенко. Я самая младшая в возрастной группе была, и для меня это было немного сложно. Физическая подготовка. Меня подготавливал мой тренер. Мы долго шли к этому старту, долго готовились, стремительно. Если бы не он, то, возможно, не было такой подготовки, и результат бы не был бы такой хороший. По итогам соревнований в общекомандном зачете золото у команды Гомельской области. Сборная Минска на втором месте. Тройку лидеров замкнули команды Витебской области. В соревнованиях принимало участие 170 спортсменов в 14 весовых категориях у юниоров и юниорок со всех областей страны. Следующие старты для лидеров соревнований – Балтийские игры и Кубок Европы. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.